Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, Польша против Саудовской Аравии. Пишите ваши прогнозы в комментариях, интересно будет потом сверить с реальным результатом. Итак, сборная Польши сыграла в ничью со сборной Мексики, а тем более Роберт Левандовский заработал пенальти в матче первого тура как раз против сборной Мексики и не забил. Даже больше дело было не в Левандовском и в его исполнении, а в хорошей игре голкипера сборной Мексики Очоа. А сборная Саудовской Аравии сделала, если не ошибаюсь, первую сенсацию. Они обыграли сборную Аргентины, волевую победу они заработали, хоть и пропустили в начале тоже с пенальти там от Месси, но потом во втором тайме полностью перевернули игру и одержали сенсационную победу. И теперь они лидируют после первого тура в этой группе с 3 очками, а вот Аргентина занимает 4-ю строчку. Но мы видим, что снова сборная Саудовской Аравии пропускает первое в матче, Польша забивает и продолжает, в принципе, дальше двигаться в атаке. И вот Левандовский забивает, увеличивая преимущество. Счет 2-0. И вот так вот форвард Барселоны, увеличивая отрыв, еще и лично для себя в копилочку заносит гол на чемпионате мира. Если я не ошибаюсь, он ни разу не забивал. И вот как раз пенальти в ворота сборной Мексики мог стать первым забитым мячом Левандовский. Но мы видим, что по истечению часа игры Польша громит Саудовскую Аравию 3-0. Дубль на свой счет записывает Петр Зелинский. И как-то вот скудненько все здесь у Саудовской Аравии происходит. Но вот он, переломный момент этого матча. Защитник сборной Польши Ян Беднарик получает красную карточку на 70-й минуте. Аль-Фарадж шикарным дальним ударом забивает ворота сборной Польши. Чудо-гол, который... Так, это или не Аль-Фарадж? В общем, который преподнес много интриги в этот матч. Кто-то бы подумал, ну, забили, счет 1-3, как бы шансов никаких. Но не будем забывать про то, что удаление у сборной Польши. И вот так вот, счет 3-2, счет уже минимальный. Естественно, надо бежать на центр поля, отыгрываться. Сборная Саудовской Аравии продолжает делать сенсации. Смотрим еще один момент здесь уже от сборной Польши, но... увеличить отрыв Саудовской Аравии не получилось, но вот зато получилось Саудовской Аравии забить ворота сборной Польши 3 мяча подряд. И вот она интрига, камбэк от сборной Саудовской Аравии, проигрывая 3-0, смогли сделать счет 3-3, но в концовке матча в итоге Левандовский забивает и, делая дубль в этом матче, приносит победу сборной Польши. Победа за поляками 4-3. На этом, друзья, все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До встречи, друзья, всем до свидания.